Михаил Саакашвили заявил у себя в Facebook о историческом событии. Цитируем слова в оригинале. Верховная Рада приняла во втором чтении важнейший закон номер 2494 о земельной реформе, который мы предварительно утвердили на Национальном совете и который был частью программы президента. Это действительно историческое событие. По его принятию нетерпеливо ждали и общество, и бизнес. К этому призвало международное общество, и это существенный шаг для реформирования ныне зарегулированных, коррумпированных земельных отношений и приведения их к европейским стандартам. Этот закон возвращает органам местного самоуправления право распоряжаться землями местных общин за пределами населенных пунктов. Это основа для реформы децентрализации. Существенно дерегулируются земельные отношения, отменят ряд согласительных и разрешительных процедур и упрощает доступ к земельным ресурсам для граждан. Защитит право землепользователей, позволит искоренить коррупцию и другое. Большое спасибо и поздравления с историческим для страны изменением министру аграрной политики и продовольствия Украины Роману Лещенко, председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николаю Сокольскому и всем депутатам, которые поддержали этот закон.